Собираем тут систему, старт-финиш на нашу горнолыжку. Время 6 утра уже. Всю ночь, можно сказать, работали над этой штуковиной. Покажем, как она работает. Это у нас программка. Сейчас мы обнулим данные. Она уже запущена, настроена на автоматический старт участка. Это у нас будущий флажок, который участник задевает. Сейчас горит зеленая лампочка, которая сигнализирует нам, что мы можем начать заезд. Информация у нас по нулям. Есть приемник. И лазерная система. Лазер у нас светит приемник и тот обрабатывает сигнал. Дальше у нас наш контроллер обрабатывает все, что нужно, и мониторит пересечение лазерного луча. Проверим, как это работает. Но пока кнопочки у флажка нету, поэтому я ее вывел отдельно. Значит, имитируем запуск. Все внимание на таймер. Участник поехал. У нас бежит время. И оно сейчас каким-то образом само остановилось. Проверяем еще раз. Наверное, я задел что-то. Итак, у нас время бежит, лазер у нас светит, показатели луча у нас внизу отображаются, где-то здесь. Эта циферка не должна падать меньше 100, иначе у нас произойдет пересечение луча. Имитирую. Ну вот, собственно, оно и произошло. Наверное, моя тень. Еще раз запускаем. Пересекаем рукой и срабатывает таймер. Таймер остановился. Запускаем снова. Пересекаем. Смотрим. Работает.